Ну что это такое вообще? Что за скукотища? Все, ребят, расходимся. Друзья, всем привет, меня зовут Виктория, это парфюмерный канал и называется он Vita Can Fly. Здесь мы с вами обсуждаем абсолютно все, что касается парфюмерии. Здесь мы можем найти и сетевую парфюмерию, и бюджетную, и люксовую, и немного ниши. Друзья, я решила, что и на моем канале будут коротенькие ролики, где я буду рассказывать свое мнение об одном аромате. Все-таки именно подборки, какие-то такие большие объемные видео занимают много времени для подготовки. Они достаточно длинные по времени, их не все могут смотреть, а иногда хочется узнать быстренько, кратенько информацию о каком-то одном аромате. Я считаю, такие видео тоже имеют место быть. Например, я хотела узнать обзор аромата, о котором сегодня пойдет речь, и поняла, что на русскоговорящем YouTube очень мало видео данной тематики, действительно, очень мало. Итак, сегодня мы с вами поговорим об аромате Avon. Кстати, я сегодня в платье. Я надела красивое праздничное платье. Именно в таком образе мне хочется рассказывать о таком красивом, нежном, женственном, летящем аромате. Итак, три моих самых любимых линейки у Avon. Первое место – это Far Away. Второе место – это Tétéan. И третье место – Artistic Parfumeurs. В 2022 году вышел вот такой интересный аромат с розой. Называется он на французском. Друзья, не ругайтесь, пожалуйста, если я неправильно произнесу название данного аромата на французском, но все же я постараюсь. Называется он Rose Somptueuse, роскошная роза. Но как он называется, так он выглядит, так он и пахнет. Только сейчас при обзоре заметила, что на коробке выгравирована очень красиво и нежно сама роза центифолия. Это необычная роза, растет она в массе во Франции, ее собирают вручную. И так сохраняется квинтэссенция изысканного медового аромата розы Центифолия. Друзья, приобретала данный аромат я на сайте Wildberries за 930 рублей. Друзья, я не занимаюсь никакой сетевой парфюмерией, ни косметикой, ни уходом, но есть отдельные ароматы, которые меня интересуют, и я их отдельно выборочно приобретаю, либо на сайте Wildberries, либо на официальных сайтах. Сегодня буду немножечко подглядывать в свой блокнот, потому что я готовилась к этому видео. Изучала, искала пирамиду парфюмера, все запомнить невозможно, поэтому буду чуть-чуть подглядывать. Итак, парфюмер у нас Пьер Константин Геро, аромат 2022 года, и относится он к группе цветочно-фруктовые. Да, с этим я полностью согласна. На фрагрантике нам представлена совершенно неинтересная, скучная, черно-белая пирамида, какая-то урезанная пирамида такая. Черный гранат, майская роза, ваниль. Ну что это такое вообще? Что за скукотища? Все, ребят, расходимся. Но, я нашла пирамиду на официальном сайте, которая меня действительно порадовала. Верх малина, ревень, масло грейпфрута, сердце цветок шоколадного дерева, абсолю французская роза центифолия, черный гранат, я никогда не пробовала черный гранат, и база это бобы тонко, ваниль и белый янтарь. Итак, давайте посмотрим с вами на этот красивый, нежный флакон в таком просто летящем, девичьем стиле. У меня есть вся эта серия Oud, Ambre, Patchouli, Iris Fetish, Magnolia Infleurs, Wisteria Sublime, что там еще я сказала, Patchouli, Индульгенс, в общем, вся эта серия, Нимфея Люмьер, вся эта серия присутствует в моей коллекции, и как я могла не приобрести лимитированную новинку. И даже если выйдет другая, какая-то новинка в этой серии, она обязательно будет у меня со временем. Вот такая красота, мне очень нравится этот флакон. Ну что, давайте нанесем на блотер. Вообще, я должна признаться, что я до сих пор нахожусь в поисках идеальной розы в ароматах. Когда я впервые распылила именно этот аромат, я подумала, что какой-то он монотонный, какой-то он скучноватый для меня. Что-то из серии лимиток L'Occitane, Yves Rocher. Но этот аромат у меня уже находится в коллекции недели 2-3. Он настоялся, он успокоился и стал звучать в полном объеме, в полном размере, во всей своей красе.
Поначалу я слышу какую-то приятную, ягодную нежность и одновременно сладость. Я слышу корки граната. После этой ягодной гранатовой сочности выходит изящная, плавная, невероятно красивая, воздушная, нежная, розовая роза, роза центифолия, марокканская роза. Чем она знаменита в парфюмерии и почему она узнаваема? Она пахнет малиновой свежестью и медовой сладостью. Абсолютно согласна с этим определением. Действительно, так именно эта роза здесь и пахнет. Она очень свежая, она майская. В ней много простора, много воздуха. По правде говоря, в основном я здесь слышу именно утреннюю, весеннюю розу. Скорее всего, даже бутон розы. Роза маленькая, крошечная, изящная. Она либо бело-розовая, либо нежно-розового оттенка, ни в коем случае не яркая, не вычурная, не кричащая по оттенку. Этот цветок розы красив, он деликатен, он опрятен, он воздушный, он какой-то весь лаконичный. Но должна заметить, что роза здесь немножечко слегка мыльная и шампунистая. Если вас не пугает такое звучание, то эта роза вам, скорее всего, должна понравиться. В базе у нас по пирамиде с официального сайта Бабы Тонко ваниль и янтарь, но почему-то я здесь слышу нежную пачулиевость. Не понимаю, откуда она ко мне идет. Я бы не сказала, что это древесный аромат, это именно больше ягодно-цветочный, не древесный аромат. Очень нежный, воздушный, листящий. Если говорить про ассоциации, у меня он ассоциируется с каким-то несладким десертом, по типу безе, по типу зефира. Что-то очень нежное, мягкое, такое округлое, изящное, посыпанное легкой-легкой негурманской пудрой. Аромат тихий, но при этом он очень стойкий. Действительно, стойкость здесь высокая. Я очень редко говорю даже про люксовые ароматы, даже про ароматы, приближенные к нише, что они очень стойкие. Я редко это говорю, но здесь действительно, что даже еще более удивительно для цветочного такого легкого летящего аромата, стойкий аромат держится на мне 6-7 часов. Он не сильно шлейфовый, он сидит достаточно близко к коже. Да, близко к коже. Но стойкость здесь просто на высоте. На моей горячей коже держится восхитительно. Должна заметить, что аромат достаточно комплиментарный. Я уже 2 или 3 даже раза получала на него комплименты. И вот это прекрасное розовое облако звучит как абсолютно люксовый аромат. Ни за что никогда не скажешь, что это сетевая парфюмерия. В любом слепом затесте я бы точно сказала, что это хороший, добротный люкс. Из минусов, ну это уже если очень сильно придираться, вот здесь по бокам, когда я получила флакон, наклеечка была немножечко приоткрыта. То есть наклейка была наклеена некачественно, но это уже я придираюсь. В общем и целом, что могу сказать, это медовая, розовая, такая немножко ягодно-малиновая, свежая роза мне по душе. Я не могу сказать, что я влюблена в эту розу, но аромат однозначно мне по душе, однозначно я буду его носить в определенное время. По моему мнению, больше всего он подойдет на весну, на начало лета. Никак не зимний, не осенний аромат, но если прикладываться к нему, то именно в определенное настроение, которое частенько сейчас у меня бывает, такое романтическое, летящее, непринужденное настроение. Аромат политкорректный, он приглушенный, он достаточно тихий, его можно надеть на прогулку с ребенком, летом его можно одеть в холода, в офис, под брючный костюм, под белоснежную рубашку, совершенно спокойный. Плюс ко всему, я с удовольствием надеваю его во время того, когда я отдыхаю, на пижаму брызгаю его, на домашний халат. Ну, такой, это не интерьерный, конечно, аромат, это именно аромат особенного настроения. Вот такая деликатная, округлая, очень воспитанная, спокойная, малиновая, медовая, розовая или белая, крошечная, очень изящная роза
не оставит вас равнодушными, если вы любите розу. По звучанию мне что-то даже напоминает аромат кустовой розы, который растет у меня на участке в моем саду. У меня есть такой большой, высокий, пышный куст. В начале июня он прекрасно цветет, ставлю фотографии, если найду. И что-то даже оттуда. Аромат вот этой розы тоже мне здесь слышится. Очень приятный, очень нежный, летящий, округлый, воздушный. Что хочу сказать в заключении данного видео. Это очень удачный аромат с розой. Это добротный, хороший люкс. Он стоит дороже, чем я его купила. Он стоит дороже, чем 900 рублей. В каталоге я знаю, что он сейчас стоит достаточно дорого, 2-2500 для него это дороговато, но однозначно рекомендую вам присмотреться к пробнику, благо, что они в Avon всегда есть в наличии и на Wildberries они тоже есть. 1,5 мл вполне достаточно будет для вас, чтобы определиться, нравится вам аромат или нет. Насколько я помню, 1,5 мл это у нас примерно 30-35 пшиков. Это очень-очень хороший объем для того, чтобы познакомиться с ароматом, разносить его в разных погодных условиях. Кроме того, хочу добавить, что в холода на улице во время мороза, а у нас был недавно мороз минус 15 в Москве, ох, как он классно звучит, там уже была более тонкая, замороженная, кристально чисто свежая роза. Там даже был какой-то мускус и даже какой-то вот именно аромат чистоты, белой рубашки, свежевыстиранных простыней, аромат тела после душа, вот эта свежесть, самое, что ни на есть, чистейшая свежесть. В холода замечательно звучит. Хотя уже начинаю себе немножко противоречить. В принципе, аромат по настроению именно весенний, но так как я с ним знакомлюсь, так как я люблю, просто обожаю экспериментировать, в холода мне тоже понравилось, как он звучит именно на моей коже. Пьер Константин Геро постарался на славу. Замечательный парфюмер, беру его на заметку и буду дальше с удовольствием знакомиться с его новыми работами. И повторюсь, эта серия однозначно достойна внимания. Там достаточно специфические ароматы, их ни в коем случае нельзя брать в полном размере сразу же без аттеста. Обязательно знакомьтесь. Еще есть все эти ароматы в формате, по-моему, 10 мл. Да, там 10 мл в этих колбочках, они тоже у меня есть. Также я должна дополнить, что у меня аромат произведен именно в Польше. Многие меня просят говорить российское производство или польское, так что здесь тоже это озвучу для полного обзора. Ну что, мои дорогие, я рада этому знакомству. Это легкая, летящая, крошечная, изящная, женственная роза Центифолия покорила мое сердце, я с ним познакомилась, мы с ней дружим, у нас хорошие с ней отношения, даже замечательные, но все же я буду дальше продолжать искать свою самую идеальную, самую великолепную, запоминающуюся розу в парфюмерии. Ну а вас я от всего сердца благодарю за внимание и за время, которое вы потратили на просмотр данного видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли мне дальше снимать вот такие коротенькие монообзоры, на какие ароматы стоит мне снять дополнительные видео. Мне лично нравится это, смотреть такие коротенькие, легкие, летящие в таком же настроении, как и этот аромат, видео. Напишите, знакомы ли вы с этой новинкой, как вы относитесь в целом к данной серии, и напишите вообще, как у вас дела, какое настроение. Увидимся с вами в следующих видео и встретимся, конечно же, в комментариях. С вами была ваша Виктория. До свидания.